Цифры в налоговых уведомлениях вырастут. Об этом предупреждают бичан специалисты. Так, если за 2021 год жители Наукограда заплатили порядка 315 миллионов рублей налогов, то в следующем году сумма увеличится еще на 20%. Налоги растут не первый год. Как пояснили в налоговой службе Бийска, именно таким образом происходит переход на новую сумму расчета налога на имущество, где ключевую роль играет кадастровая стоимость квартиры, дома или гаража. Так, в 2020, 2021 и 2022 годах сумма каждый год растет на 20%. При этом сейчас началась массовая рассылка налоговых уведомлений. Часть горожан получает их по почте, и оплатить указанные суммы нужно до 1 декабря. Добавим, что если сумма налога не превышает 100 рублей, а такое встречается довольно часто, собственнику уведомления не отправляют. В этих случаях налог суммируется за 3 года сразу. Кстати, пеню по истечению стандартного срока уплаты в данном случае не начисляют. Для пользователя личного кабинета налоговое уведомление выгружается в электронном виде и не дублируется почтовым сообщением. Оплатить налоги можно как в личном кабинете налогоплательщика, так и в сервисе «Уплата налогов» на официальном сайте Федеральной налоговой службы. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии 8 800 32 2222. Если сумма в налоговом уведомлении выросла значительно, каждый бичанин может обратиться для ее проверки и перерасчета в местный налоговый орган. Сделать это можно лично или электронно, отправив соответствующий запрос на сайт или в личный кабинет налогоплательщика.